выставки, на которой представлены работы, выполненные в различных направлениях и стилях. И наш вернисаж тоже не исключение. Сегодня на выставке представлены работы учащихся и преподавателей детской художественной школы, выполненных в различных техниках с использованием разнообразных материалов. Это натюрморты, пейзажи, работы с декоративно-прикладного творчества. А также впервые представлены работы учащихся нашей школы, выполненные с помощью средств компьютерной графики. Несмотря на то, что компьютерный класс открылся только в сентябре этого года, но за полтора месяца учебы наши ученики уже немало узнали о работе с компьютерными программами.